появилась у нас такая возможность показать подъем автомобиля из подземного паркинга. Автомобиль сложный. Помимо того, что он не заводится, ни селектор не переключается в нейтраль, машина полностью заблокирована. Также заблокирован электронный ручник. И при всем при этом у машины полностью спустилась к нему подвеска. Это один из самых сложных, самых сложных вариантов заказа. Поехали на вызов. Даже числа помечены, сколько она стоит. Пневмоподвеска полностью севшая, поднять ее невозможно. Сейчас будем как-то домкратить, и дело надо сделать. Проходит. Приемно спущен на самый минимум. Ничего не подлазит. Так что...
данная информация по эвакуации вам была полезной, поставьте лайк или дизлайк. Любой комментарий, на любой комментарий на все вопросы я отвечу. Так, что нам говорить? Вы на канале Буксир 24. Блять, нет. Цифры же есть в описании у меня, там телефон, милифон, вибер, ватсап, там набирай, если что, я приеду на звонке, брат. А, забыл сказать. Не, ничего не понимаю.